Около 500 женщин обратились в Уральский кризисный центр за 3 года его работы. Всем им помогли пережить трудное время, оформить документы, найти работу и устроить детей. Кроме того, с женщинами работали психологи. Поверить в свои силы и начать новый этап в жизни очень важно, рассказывают подопечные центра. Они продолжают поддерживать связь со своими наставниками, встречаются с теми, кто предлагает им помощь. В канун праздничных выходных продуктовые корзины привезла Ассоциация деловых женщин области. Предпринимательницы намерены и дальше помогать женщинам, оказавшимся в нелегкой жизненной ситуации. Была помощь, моральная поддержка, мне жить негде было, они мне помогли. И вот на данный момент мне помогли с переездом. Мы переезжаем в поселок, предоставляют жилье, работу и помогают, постоянно поддерживают. Спонсоры, когда приезжают, зовут на мероприятия на все. Ассоциация деловых женщин, с начала этого года начата акция «25 добрых дел», которая приурочена к празднованию 25-летия со дня независимости нашей страны. Такие акции будут продолжаться не только до конца этого года, но и в последующем на постоянной основе мы будем проводить.